Всем привет, это Топ Хит Чарт на Муз-ТВ. С вами Митя Фомин, человек, который не устает от музыки. Для затравочки напомню, что Топ Хит Чарт — это 30 самых ротируемых хитов на радиостанциях России и стран СНГ. А лучше 100 позиций Топ Хит Чарта на сайте tophit.ru. Ну а теперь к делу. Начинается взрывоопасной новинки Тайо Круз Дайнамайт. Очередные новые лица в чарте мы можем обнаружить на 27-й строчке. И лиц этих так много, что может заребить в глазах. Но наши молодые организмы и не такое выдерживали. А значит, быть Бенасси Бену со своими комрадами в топ-хит-чарте. Артист разговорного жанра Тимур Родригес не удержался от соблазна и запел. Сначала под присмотром Ани Лорак, а теперь уже как самостоятельная поп-единица. Новый трек Тимура «О тебе». Готов взбираться по крутым уступам чарта. Ну, если у тебя на пути Виагра, то никуда не денешься. Придется постоять. Адам Ламберт, по собственным неоднократным заявлениям, человек буддистской направленности, начал активно продвигать свои убеждения на своих сольных выступлениях. Последний концерт Ламберт начал с загадочной заявы. Душа каждого человека имеет индивидуальный тон, но не все об этом знают. Поэтому цель каждой жизни – найти свой тон, настроить тональность и исполнять в ней свою личную симфонию. Конец цитаты. Это лиричное осеннее настроение, пацаны. Так и хочется сесть за фортепиано и сыграть что-нибудь грустное. Хотя, зачем это делать мне, если Максим уже постарался и выдал сезонный хит? Композиция «Дождь» удостоилась 23-й строчки на этой неделе. Не удивлюсь, если уже кипит работа над зимним треком под названием «Снег» или, например, «Падали сосульки». Но любая изморозь тает, если звуком рулит Дэвид Гетта. Для него всякая лирика вне закона. Всего один купальник и всего один сарафан. В случае с музыкой примерно та же история. Да ладно, на наряды я внимание обратил исключительно из-за личности их обладательницы. А музыка, как обычно, вторична. Для вас давно не секрет, что топ-хит-чарт составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом tophit.ru. А то, что было до сих пор секретом, ну, например, кто занял 14-ю строчку, уже таковым не является. Потому что небеса разверзлись, и в чешуе, как жар горя, видим мы Валерия, Меладзе Валерия! Как чувствует англичанин в Нью-Йорке, если весь его багаж – песни Стинга 17-летней выдержки, а сам он на самом деле немец? Как минимум неуютно. А как чувствует в топке чарта на 10-й строчке проект PH Electro? Вполне комфортно, потому что всему свое время и место. Все течет, все меняется, а главное, все меняется к лучшему. И этот мой оптимизм не просто ради красного словца был внедрен в ваши души, а есть ему, оптимизм моему, реальные доказательства, клип следующий, например. Пытаясь осознать критический тезис о том, что каждый журналист мечтает стать писателем, я, как творческий работник аудиальных и визуальных видов искусства, могу экстраполировать сей ненаучный факт на собственные жизненные устремления. И со всей ответственностью заявить, что быть режиссером следующего клипа я бы, наверное, не постеснялся. Западные спецслужбы довольно успешно применяют в своей практике пытку музыкой. В этом беспрецедентном по своей жестокости процессе используется обычно тяжелый рок. Но эти варвары уже покусились на святое, на поп-культуру. Хотя, наверное, это очень эффективно. 15 минут песен Дана Балана, и любой супершпион точно расколется. Женская доминанта в топ-хит-чарте грозит превратиться в матриархат, но это в долгосрочной перспективе. Ближайшее будущее вижу, как на ладони. Нюша, чудо, первая строчка. В завершении мне осталось только напомнить вам, что топ-хит-чарт составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом tophit.ru. С вами был Митя Фомин. Пока!